Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мы с вами находимся на одной из страниц нашего сайта, а именно в разделе «Автоматизированные методики». В одних из своих предыдущих видео я уже говорил об этом, может быть даже не один раз, раза два рассказывал об этом, что мы обладаем более чем 110 программными продуктами, много или мало. Судить вам об этом, хорошо это или плохо, не знаю. Здесь на данный момент представлена только часть программ, которыми мы обладаем. Понятно, что у нас есть не только вот эти методики, есть еще другие методики. Но здесь в разделе также представлены опросники, тесты и так далее. Одним словом, у нас есть количественные, качественные, детские, автоматизированные методики, автоматизированный программный комплекс, ну и так далее. Давайте вернемся к автоматизированным методикам. Здесь, как у нас написано в примечании, представлен полный базовый комплект инструментария специалиста-психолога, психофизиолога. Создание этих автоматизированных продуктов, программных средств – это большая-большая работа большого количества специалистов, не только программистов, понятно, прежде всего, но и тестировщиков, и психологов, и психофизиологов. То есть это целый комплекс сложнейших, непростых мероприятий. При создании каждого программного продукта, хочу это особо подчеркнуть, возникает не 100, отнюдь не 100, может быть, 1000 вопросов для того, чтобы создать и решить какое-то задание техническое программисту, предположим, краткий отборочный тест, или MMPI, или простую зрительно-моторную реакцию, сложную зрительно-моторную реакцию, реакцию на движущийся объект. Приходилось решать не сотню вопросов, больше сотни вопросов, далеко за сотню вопросов. Это все равно, что написать новую книгу. И над этим трудилось сразу несколько человек. Еще раз повторюсь, понятное дело, основа в основе, основа основ – это программисты, ну и, ко всему прочему, это тестировщики, те, кто формировал техническое задание, проверял это все на формулах, на расчетах каких-то, потому что очень достаточно сложные технические какие-то расчеты. Ну, в частности, да, упомянутая методика ПЗМР, там масса, там несколько десятков формул для того, чтобы все посчитать правильно, перепроверить, насколько правильно работает эта методика. Потребовался не один год работы, я подчеркну этот момент, и не один специалист-программист. Программист сам по себе ничего не может сделать, если на него не работает там 3, 4, 5, а лучше 10, 15 тестировщиков. Может быть, я где-то преувеличиваю, но человек 5 точно на него должны работать. То есть проверять расчеты, проверять работоспособность программы – это ежедневный, тяжелый, утомительный где-то труд. Ну и кроме того, должны быть соответствующего уровня руководители, знающие, к чему они ведут, знающие и продумывающие в своей голове, что они в конечном итоге хотят получить. Легко и просто это не делается. Это не пятиминутная работа, это не недельная работа, это не месячная и не годовая работа. Это несколько лет работы, если быть откровенным и честным. Группы специалистов самого разного направления. Сложнейшая работа. Не одна сотня вопросов, до, может быть, более 1000 вопросов возникает в процессе создания того или иного программного продукта. Это очень сложно, это не просто. Одному человеку просто так сесть и за вечер что-то там написать,
не получится, если это не коллективный труд и достаточно много времени. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!